Она – живая легенда. Женщина-герой, штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2, знаменитого 125-го авиаполка имени Росковой. Ветеран Великой Отечественной войны Галина Брокбельцова отметила 99-й день рождения. В ее честь в Монине состоялся торжественный вечер в Центральном музее военно-воздушных сил. Пример стойкости и мужества – сильная, волевая, отважная, смелая. Такой она была и такой остается по сей день. С днем рождения женщину-легенду поздравляли всей страной. Сказать теплые слова лично приехали представители Союза женщин летных специальностей «Авиатриса», юноармейцы, представители организации «Женщины России», ветераны вооруженных сил Российской Федерации, военнослужащие, воспитанники кадетской школы имени Покрышкина. И это далеко не все. Поколение героев-победителей, которые с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. Ваш бесценный подвиг останется в веках и всегда будет служить высшим мерилом патриотизма, нравственности и верности долгу. Когда началась война, в свои 16 она пошла добровольцем в военкомат. После обучения на штурмана пикирующего бомбардировщика была направлена в женский авиаполк Марины Росковой. На пикирующем бомбардировщике Пе-2 Галина Брокбельцова совершила 36 боевых вылетов. Белоруссия, Сталинград, Ленинград, Кавказ, Курск, Прибалтика, Восточная Пруссия. Те места, где вместе с экипажем, с товарищами она била фашистских захватчиков. Мы собрали все цветы мира и положили их ногам советских летчиц. Спасибо за то, что помните славные традиции, чтите, мы об этом пишем, говорим, гордимся и призываем французов не забывать наших славных героических традиций. Галина Павловна – живой пример верности Родине, бескорыстной службы и труда. Ее боевой путь – образец мужества, отваги и патриотизма для всех нас. Мы благодарны Галине Павловне за многие годы работы в составе комитета. И благодарность мы в прошлом году представили у вас государственной награде. И мне приятно доложить вам сегодня и всем участникам нашего торжественного мероприятия о том, что 5 февраля 2024 года президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович подписал указ номер 90 о награждении вас государственной наградой. Галина Павловна Брокбельцова удостоена Ордена Дружбы, который вскоре будет торжественно вручен ей. В соответствии с указом губернатора Московской области она награждена знаком за доблесть и мужество. Галина Павловна является другом нашего музея. И за последние несколько лет она проводит у нас здесь свои мероприятия, которые воспитывают молодежь, говорят о молодежи, говорят о том, что на своем опыте Брокбельцова Галина Павловна большой пример. И это воспитание, это патриотизм. И мы гордимся, что Центральный музей военно-воздушных сил всегда является той площадкой, где Галина Павловна говорит о своих подвигах. Имя легендарной авиатрисы знают далеко за пределами нашей Родины. Каждая книга, статья о ней – не просто биография, а захватывающий роман, историческая хроника. Сегодня она пишет книги, выступает в школах и на молодежных мероприятиях, является истинным носителем исторической памяти о Великой Отечественной войне и делает все для ее сохранения и защиты. Евгения Корыська, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.